Да, друзья, вот такая неприятность случилась с нашей сегодня Маргаритой. Кстати, это ее новый аватар. И сегодня у нас игра «Самая большая гора в мире». Точнее, дом. Дом, да. Примерно 100 этажей. Я не знаю, сколько там этажей. Ребята, но это новый, ну, может и не новый, но это антистресс. Мы сегодня постараемся здесь все испытать. Поехали? Да. Хорошие денечки. С канала. Папа. И дочки. Самое первое, мы испытаем простую пушку, вот которая справа. Вот да, это самая простая штучка. Кстати, здесь есть фишка. Вот Рита, смотрите, я сейчас колдую, прям она сейчас упадет, смотрите. Рита, упади. Ха, видите, она там упала. Вы думали, здесь упадет? Нет, здесь она сидит нормально на стуле. Эй, девочка, ты заняла пушку. Во, мы вдвоем. Щелкай, Ритуль. Ей, смотрите, бамс. О-оу, вставай, Рита, вставай. Фух, встала. Теперь давайте испытаем пушку, вот которая это... кидает нас вдаль. Я знаю, потому тут мерка. Давай куда рекорд. Ты упадешь? Давай рекорд. Я пытаюсь. Давай, поставим рекорд. Как ты далеко можешь улететь? И готовься, и... Так, есть 150-200 метров, отлично. Ну, это еще не конец. Можно было бы и больше. Давай-ка еще разок. Заряжайся. Рита, повыше. Понимай, что ты, что ты? О-о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 ! Да, мы дальше проехали. Ты что, землю нюхаешь? Червячков ищешь? Да. Ну ладно, пойдем теперь посмотрим, что там еще есть. Прыгну. Нет, воздушный шар, скорее, он на земле. Быстрее, бежим. Давай, запрыгивай. Есть! Ребята, смотри. Вау, друзья, смотрите, он как... Он выше этих штук будет лететь. Это что, самое высокое место будет? Посмотри вниз. Ой, а на здание теперь... Кто-то еще... может выпрыгнуть. Нас шатает. Ветер дует, ребята, на этой высоте дует ветер. Нас швыряет об стенки. Рита, аж руки вот так подняли. Ой, мамочка, какая высота. Нет. Сейчас мы упадем. Нет. Шар шатается. Давай спускайся, потихонечку спускайся. Шарик, спускайся, пожалуйста. Шарик, да, смотри, вниз. Я пытаюсь прыгать. Вниз, смотри, не надо прыгать, только не прыгать. Это невероятная высота. Если честно, я очень боюсь высоты. Кстати, на Sisters Family TV в челлендже, чего такое боится было? Папа, да, я боюсь высоты. Ариша написала, по-моему, картошку, я боюсь. Было очень смешно. Какая высота! Это страшно. Смотри, смотри. Слушай. Это самая-самая высокая высота. Слушайте, это рекорд, ребята, ну... Нет! Смотри, нет! Ничего себе, вот это мы резиновая девочка. Рита, ты резиновая девочка, ты просто пружинит. Хорошо, что здесь персонаж резиновый. Он, видите, он не разваливается на части, его просто швыряет в разные стороны. Что с тобой сейчас? Это мины. Нет. Да. Друзья, начинается первая тренировка. Мы сейчас залазим на вот эту горку и прыгаем куда? В бассейн, да. Так, ребята, приготовились, разомнись. Пальцы. Вы тоже с нами разминаем пальцы. Хотя вам не надо, вы же не будете прыгать. Да и мы не будем прыгать. Давай, прыгай, девочка. Давай. И... Ох. Мягко. Класс. О, давай вот эту лестницу посмотрим. Так, давай. Эта лестница подходит. О, прикольно. Давай. Прыжками еще быстрее, ребята. Только сразу не прыгай, надо сосредоточиться. Здесь лучше, потому что тут плохо прыгать. Вот можно ведь и сюда еще прыгнуть. Давай. Сюда. Давайте сначала скатимся с горки. Рите, очень страшно, у нее подламливаются ноги, давай. А теперь прыжок вниз. Хочешь получить сердечко от канала? Ответь на задание. Сегодня задание у нас образовательное, ребята. Ответ можно узнать первое у родителей, второе у Алисы и третье в интернете. Какое
самое высокое здание в мире? И ваше имя. Первые попадут в следующую серию. Все, кто найдет ответ на этот вопрос, получат сердечко от канала. А может, не надо? Надо! А может, не надо? Надо! Рита, хватит ее уговаривать. Прыгай. Бумс-бумс. Ей же ничего не будет. Она у нас сделана из резины. Поэтому мы испытали вот эту горку. И теперь идем, внимание, на вот эту башню. Вау. Ну да, башня. Как Вавилонская башня, ребята. Огромная такая. А что это значит? Вавилонская. Ну, давай немножко расскажу. Вы знаете, что по истории, по легенде, что раньше на Земле, на нашей планете был один язык. И потом люди решили построить башню до Бога. Они все сговорились и решили построить башню до Бога. И эта башня называлась Вавилонская башня. Но Бог решил, что люди слишком зазнались, что строят башню до самого Бога. И поэтому нужно сделать им разные языки. И когда людям он сделал разные языки, все люди попереругались, потому что они друг друга не понимали, что говорят, не смогли строить дальше башню, и с тех пор на нашей планете множество языков. Это такая легенда. А пока я вам рассказывал, мы поднялись на башню. Да, смотри, здесь будет очень круто, сейчас мы упадем. В смысле, прям с лестницы, что ли? Да. Мне аж страшно. И бам рам па 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 пам ра па. Веселая музычка, ребята, играет. Девочка нас обгоняет. Мы как-то очень медленно спускаемся. О-о. О, разогнались, разогнались. Вот это выпадание. Это игра антистресс, антистресс. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, как-то странно мы падаем. Ой, у меня голова немножко закружилась. Друзья, у кого тоже закружилась голова? У меня чуть-чуть глаза закружились. Глаза? Да. Осторожно, когда ты сказал чтобы... Вавилон, я сразу же вспомнила Лавелас. А, да, черный Лавелас из смешариков. Ох, это было тяжело подниматься. Падать было легко. И, друзья, теперь нам предстоит... Под музычку. Невероятная миссия. Забраться под музыку на ускоренном, очень... на самую вершину. Поехали! Это было очень тяжело. Рита, сколько этажей? 105. 105 этажей, ребята, бегом! Это самое высокое здание в мире. Посмотри вокруг, Маргарита. Есть тут что-нибудь есть? Выше. Ничего выше нету, друзья. Это самое высокое здание в мире, да. Самое высокое это... Нет, это именно здесь самое высокое здание в мире. Заставим. Смотрите, тогда я с вами вообще играть не буду. Будешь. От нас не убежишь, это же Роблокс, мы тобой управляем.
Так, ну и раз мы ей управляем, Рита, подходи к краю. Это у нее военная хитрость. Давай, Маргарита, поставь ее на ноги. Все, ты стоишь. Нет, я держусь за пол, никуда не выйду. Рита, давай, ставь ее, подводи к краю и прыгай. Ставь, подводи к краю. Давай, прыгай вниз. Есть, мы сделали это, ребята. Да! Мы прыгнули с самого высокого места. Смотри, как она никуда. Слушай, она ножку такая положила, лежит. О, земля, моя земля, я тебя держу, я никуда не пойду. Ладно, все, никуда ты уже не пойдешь. Давай ты, у нас вот папа Роблокс, да? Да. Что всегда делает? Танцует. Би-би-би. А сегодня у нас Маргарита, дочка Маргарита, тоже хочет потанцевать песенку Би-би-би. Ты готова? Готова. Поехали. Мы залезли на самую высокую горку в мире и... Дом. А, да, мы залезли на самый высокий дом в мире. Горка здесь была не самая высокая, но дом был очень высокий. Однако мы залезли еще выше. На чем? На чем? Самая высокая штука. На шарике. На шарике. А вы сегодня были с нами на канале... Папа и дочки Геймс с вами сегодня были. Папа и дочка Рита. Рита и персонаж Маргарита тоже. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока!